Ангеліна Крікелі – миколаївська письменниця, член Національного союзу журналістів України. Почала писати у 1997 році. Перші публікації з'являються у 2005 році. Авторка таких книг, як «Найденыш», «Как котенок правду искал», «Королевство диабетия», «Как спасти Кащея», а також збірки інтерв'ю і статей на допомогу абітурієнту, професії із перших уст. Мріє, щоб на всі творчі задачі вистачало часу та мудрості. За словами самої Шангеліни, пише, бо інакше просто не уявляє свого життя. Друзі, а ми вже, як зазначили, з нашою гостею, з нашою письменницею Ангеліною Крікелі. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. І також ми хочемо зазначити, що вже ми на хвилях 92FM радіо Миколаєва, також у Первомайську 105.9. Тож, наші шановні радіослухачі, ми вас так само вітаємо. Хочемо нагадати, що з вами працюють Денис Бобков та Світлана Вовк. Працюємо виключно для вас. Так. Що ж, Ангеліно, доброго ранку ще раз. Що знайшла під подушкою? Кіндер-сюрприз. О, так, давай 5, я так само. А що в яєчку? Не повірите, наконец знайшла пару, вот эта вот новая серия, когда сами киндеры в киндерах. Вот у меня была девочка, теперь у меня есть еще мальчик. Класс, все совпало. Полная пара, да. Ну, такой вот взрослый человек, да, вроде, а вчера разложилось. Всі ми діти, поки в нас це все є таке світло і тепло в душі нашій. Так, тим паче зараз предноворічні свята, сьогодні День Святого Миколая. Я вважаю, потрібно зберігати ось це от дитинство. Трошечки потрібно її зберегти для того, щоб світ був таким більш яскравим. Тому що в дитинстві все набагато більш яскраво, ніж у дорослому житті, і потрібно зберегти ось цю от нотку. Я обычно на встречах говорю с читателями, что можно вывести человека из детства, причем в буквальном смысле за руку, то есть из школы вывести, да, но детство из человека вывести нельзя. Я щось таке десь подібне чула, але цей вираз мені подобається набагато більше. Ангеліно, ну ось, власне, ми підібрали вже до теми, ти та твої якраз, ну, фанати, я не знаю, можна так казати чи не можна? Армія фанатів. Армія фанатів, так. Як краще сказати, от твої читачі, так? Ну, мабуть, так. Розкажи, ми знаємо, що в тебе був передноворічний тур Миколаївщини. Да, с 3 по 14 число я объехала 17 районов Николаевской области. Это, в общем-то, практически по 2 района каждый день. Немножечко утомительно, учитывая наши дороги. Тебе не скажешь. Ну, я просто очень старалась, прочепурилась перед эфиром. Вот, объехали 17 районов с целой моей командой. Это мой литературный агент, это наш обалденный водитель автошколы и водители Киевского витаминного завода. Вот, и я была рада видеть тебя с собой в один из этих дней, да. Да, мне, ну, как, не обізвали, а прозвали Русаленькою. Русаленькою, да. Ничего, Денис, он не знает, но моего водителя прозвали телохранителем, и на одной из встреч... А, это дети, насколько я понимаю, да? Просто Дениса поруч не бачили, тому эта роль была точно занята. А каким был Акваменом? Не знаю. А мы же ходим везде вместе, и, ну, встреча такая обширная, достаточно, там, более 150 детей в зале, и я добираюсь до последнего ряда, чтобы с каждым пообщаться немножечко, и ребенок один тянет меня за руку, говорит, а можно, я думала, вопрос. Нет. Шепотом так тихонечко на ушко мне говорит, у вас там телохранитель уснул, а водитель как раз сидит на последнем ряду, слушает. Мы все трешечки. Да, я говорю, нормально, он отдыхает, все в порядке. А как взагалі тур пройшов, какие были очікування, чи справдались вони? Ну, на самом деле, в первую очередь, это, конечно, очень любимая, но все-таки работа, да, вот, не в плане финансовом, а в плане отдачи. И вот то, что сегодня сказал, прям с языка снял. Мы работаем для вас, да, для каждого из вас. Вот когда приезжаю на встречу с читателями, действительно стараешься работать на каждого из вас, поэтому на каждой встрече себя очень сильно отдаешь, и потом до следующей собираешь по крупицам, чтобы отдать уже другим детям. Насколько оправдалась? Ну, наверное, я увидела очень много всего, что меня и порадовало, и шокировало, потому что в некоторых районах библиотеки очень нуждаются в помощи. И вообще, в принципе, библиотеки
дети Николаевской области и страны очень нуждаются в поддержке. Фінансова і бібліотечний фонд поповнюють. Я так розумію, що допомога і від влади. Нужна помощь в первую очередь, да, на местах содействие. Очень нужно пополнение книжных фондов практически везде, потому что они пополняются вот по областной программе поддержки книгоиздания, да, и в рамках украинской программы «Украинская книга», да. Вот. И где там библиотекари залучают их спонсоров, на байдужих людей, а так, в принципе, ну, очень, мягко говоря, слабо пополняется. Ну, а взагалі, живе бібліотека? Ось ми знаємо, що в Миколаєві так постійно проходять різні заходи, квести і тому подібне. Є таке в районах? Живе бібліотека взагалі в районах? В большинстве районов, да, в принципе, во всех районах. Я вам открою такой маленький секрет, хотя это не секрет. Пусть кто хочет, может поехать и посмотреть, на самом деле. Я очень рекомендую. Особенно те, от кого зависят определенные решения, да, в этой сфере. Поехать и посмотреть, потому что все библиотеки, библиотекари как таковые, очень активные, они очень много всего проводят. Вот для примера, в Новом Буге, хотя директор областной детской библиотеки говорит, что это есть и в других районах, в других библиотеках, существует такая штука, как библионяня. Вы про такую знали? Я, несмотря на то, что общаюсь очень часто с библиотеками, я увидела, услышала впервые. Можно привести своего ребенка молодым родителям и оставить на час и пойти по своим делам, какие-то документы оформить или что надо. Тобто це як справжня няня, так? Тільки біблію. Да. И в это время они... Читати. Нет, они не просто читают, они занимаются развивающими играми, они там их укормят и поют, и все. Ну вот как своих детей, понимаете? Понимаешь? Вот. Это в Новом Буге. А, допустим, в Березанке, да, там есть клуб раннего развития, клуб английского языка. Ну, то есть большинство библиотек это уже очень давно, и хочется, чтобы это увидело как можно больше людей, потому что очень давно библиотеки уже вышли за пределы. Вот такой. Тебе книжка и иди, да, записали формуляр. Такого уже давно нет. Но в наши часы еще таке было, тому нам дивно так сприйматися. Ну, на самом деле... Але я радий, що так відбувається, так. І у нас на День бібліотекаря ми проводили ефір на радіо, і ми зачепили цю тему, що бібліотека – це вже не просто, як ти, Ангеліна, сказала, місце, де ти приходиш, тобі дають книгу, тебе записують, так, і все. І де потрібно сидіти тихенько, щоб ніхто тебе не чув, сиди як мишка. Ні, вже такого. Такого вже нема. Там ти заходиш, де ти чуєш музику, ти чуєш галас, бігають діти. А навіть і не тільки діти. А ще можна каву попити, що дуже непогано. Різні квести. Ну, взагалі, бібліотека – це зараз не те місце. Не те місце, яке звикли ось люди нашого віку і старші. До речі, про каву. От, опять же, в Березанці є ціле бібліотечне кафе. Серьезно? Да, там столики, все так в восточном стиле, шахерезада, ну, то есть, все классно. Хотя она, к сожалению, находится под угрозой закрытия. Як реагували діти? Я знаю, що на зустрічах були і діти, і вчителі, і бібліотекарі. Ну, на самом деле, мне очень повезло. За 17 встреч... Уявляешь, 17. А якщо б ще один, 18, як я мрікнув з 2018-й? Ще один 18-й відпав. Вознесенський район, да. Їм же гірше. Ну, то таке. Я зробила все, що могла, додала всі свої зусилля. Ну, очень много раз, в общем, очень большой диапазон возраста читателей. От первых классов, да, и до бібліотекарей взрослых, зрелых людей. А ти презентувала усі свої книжки, так? Я наскільки розумію. Ну, я не совсем их презентовала. Мы большинство, в большинстве библиотек ребята уже читали, они приходили, задавали мне вопросы по уже прочитанным книгам, и это на самом деле очень классно. Це була просто зустріч з читачами? Зустріч, так, з читачами, бо презентація може бути, до речі, взагалі одна. Это, ну, как в театре бывает, 10-15 первых показов, это все премьера, да. А презентация книги, она всегда одна, она вот один раз отдалась, и все остальное, это потом встречи с читателями, какие-то автографы, знакомления, беседы, так? Да, да, ответы на вопросы, потому что очень много всяких возникает, потому что видение у всех разное, хочется обсудить, поделиться. На самом деле, чаще всего читателям хочется даже не столько услышать, сколько поделиться своим чем-то, вот, высказаться, передать какие-то свои эмоции. Які питання найбільше здивували? Найбільше здивували? Це ж діти. Я знаю, що ось в Арбузинці питання були, ну, дуже такі різні, і просто руки не опускались, вони постійно от підіймали, їх цікавило. Ну, і знаю, що деякі питання навіть цікавили по декілька разів. І скільки років, і чи заміжня наша Ангеліна. О, діти вже про це думають? Так.
Некоторые просят подождать их, пока они вырастут. Но на самом деле, да, вопрос о возрасте самый частый, наверное, потому что я везде хожу с рюкзачком, не крашусь и, ну, вообще за все естественное, поэтому выгляжу очень, прямо скажем, молодо. Вот, поэтому часто сталкиваюсь с тем, что девочка, ну давай собирайся в школу, ты опаздываешь. Ну, так тоже бывает, да. Да, очень часто спрашивают о том, есть ли у меня дети, есть ли у меня муж, и даже иногда спрашивают, ну это самый неожиданный вопрос на самом деле, а сколько вы зарабатываете? Ну, многим кажется, что вот литература это прям вот непаханное поле денег, хотя, ну, очень сложно объяснить, что это в первую очередь, для меня это в первую очередь благотворительность. Откуда ты видаешь себе и свои финансы? Это совершенно спочатку, мы знаем. Мене це постійно просто. Тим паче, так, ми, ну, якщо навіть порівнювати з багатьма миколаївськими письменниками, такої от, як це назвати, не знаю. Ми знаємо просто, що ти майже всі свої примірники ти просто роздаєш бібліотекам, дітям. Ну, якщо люди в цьому нуждаються. Ось. Ти даєш книгу. Так, дійсно, насправді, зайдеш у стрічку у Фейсбук, так, Ангеліна відправила книги там в бібліотеку Дніпра, там ще кудись. Ну, хто ще дім відправляє? Ну, ты знаете, как ты спросила сейчас по поводу, какие самые интересные вопросы, так. Да? Кто-то из детей, по-моему, в Новой Одессе спросили, а вы верите в Святого Николая? Вот как раз, да? Я верю, то мой киндер утримала, и ты так сказала. Я говорю, что да, я, конечно, верю, но еще я верю, что у них должно быть очень много помощников. Ну, я стараюсь. Тобто можна вважати тебе помічницею Святого Миколая? Ні, ну, це як-то дуже громко. Я так скромненько, який-небудь гном Деда Мороза. Ангеліно, які ще плани є на майбутнє? Я знаю, що ти не сидиш ніколи без діла. І в рамках одного жанру зараз тебе, ми знаємо, що раніше читачі сприймали тебе як письменницю для дітей. Тобто, до речі, Ангеліна для... постійно виправляла, що я письменниця не дитяча, а сімейна, так? Ми запам'ятали. Але ми знаємо, що зараз ти працюєш над книгою вже саме для дорослих читачів. Ну, не, така, да, 18 плюс. А, саме навіть 18+. Ну, потому что тема достаточно сложная, касается, в общем-то, духовного развития, поиска себя. Наверное, стоит читать уже после того, как ты немножечко сформировался, имеешь какие-то понятия, хотя бы общие, на все свое мнение, вот, ну, как бы в таком формате. Короче, как раз то, что нам потребно, правильно? Да. Взрослым таким, які сформували. А коли читачі зможуть побачити... А вот тут нюансик. Але краще прочитати, не тільки побачити. Ну, маю на увазі в очі, як то кажуть. Кстати, насчет увидеть. Уже есть буктрейлер у меня на канале в Ютубе, так что можно смотреть. Но единственное, что возникает такая вот небольшая неувязочка с издательством, когда выйдет, я пока точно сказать не могу. Ну, в процессе, в работе. Ищу решения и способы. А він вже дописує, так, цей роман? Да. Тобто зараз бюрократичні ось ці моменти. А якщо там взяти рукопис, почитати ось це все? Ні. Я пока на момент дописання до моменту іздання стільки в нього правок вношу, що ті, хто читав там Бета-Рідер, літературний агент, ті, хто читав перший варіант, да, самий, і ті, хто читав, і потім читали вот этот варіант, дуже сильно відрізняються. А, знаєш, Ангеліно, ну все ж таки сьогодні свято. Що ти побажаєш маленьким і дорослим миколайчикам? В первую очередь, разумеется, здоровье и счастье. Причем счастье не таким, как его видит общество, а таким, как видит его каждый сам для себя. Совпадение планов Бога и человека, потому что, наверное, это и есть самое большое счастье, когда ты чувствуешь, что ты идешь правильным путем. Мудрости и умение прислушиваться, присматриваться к знакам, которые нас окружают, и видеть волшебство в этой жизни, потому что его очень много. Но мы так быстро бежим, что проносимся мимо него, как экспресс. Знаєш, а я вірю в дива і дійсно хочу, щоб ці дива вірили якомога більше людей. Що ж, з нами була Ангеліна Крихелі. Сімейний письменник, так, Ангеліна Крихелі. Дякую, що завітала до нас, дякую, що прикинулася так рано. Ми бажаємо тобі всього найкращого, творчих успіхів і натхнення. І ми чекаємо вже щось новеньке почитати, не особливо я.